3. Счет 0-0. Давай, 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 ты сможешь. Только подачи не отдай. Как ты? Согласен, что это нормально было? Слушай, я может это в нем попадаю, если я не знаю. Но я после повтор, кстати. Вот это же дабл тач. Да, да, да. В смысле? Он не касается. Вот дабл тач как переводится? 0-1, я считаю. Так это прием Сахнена был. Да, просто идея приема Сахнена в том, что обычно он заканчивается дабл тач. Да, сейчас было легитимно. True story. Не, да, там меня не было, мне кажется, все не остановим. Ну ладно. 0-1. Да, удачи. 1-1. Болей. Шанс от шага, да. Стало 1-2. Ну, 2-2. Давайте откишаем чуть трубочку. Я не ударил, я не ударил, блин. Давай. 2-3. Три-три. 3-4. Шан ударил по ней, но очень криво. Да, проиграл. Да, дальше. 4-5. Ой, 4-5. 4-6. Первый раз назвал кекс, совершенно он был. Нет, вызывал, я так понял. Да. 6-5. Дабл тач. Реально было. Иннокентий, расскажите. Ну, блин, это самое, ты поймал его и... Да. А, да. Реально, это в впечатление это было... после матча. Ну вот кратенько. Интересный момент произошел, конечно, в первом или каком-то розыгрыше. Причем даже в сагах и вот на самом деле я в душе боюсь, что это может стать убийцей Пайпа, понимаете? Потому что вот Александр Сахненко в былые годы, он вот его изобрел, и мы как-то все это спустили на тормозах, но с другой стороны, не так очевидно, что вот это. Ну, все-таки не так же просто поймать таким образом трубу. Ну, вообще довольно-таки просто. Давайте попробуем повторить. Ладно, не в этот раз. Не в этот раз. Ну, конечно, да, все вот очень хорошо играет в Пайпе, мне сложно было противостоять, но тем не менее, я вот как бы держал. На кого ставите в финале? На кого ставите в финале? Не доберетесь, дайте. Ну, на Севу, конечно. Ясно. Братская кровь все-таки, да? Не, ну я не знаю, как Серегин выиграл Баба, если честно. Понятно, спасибо.